Я в обиде. Давай, обижайся. Я очень люблю, я так думаю, я очень предпочитаю мясо по-французски. А, мы делаем все время. У тебя видео снимать? Как тебе музыка? Русская народная. Классная музыка. Лена from Ukraine. Keep smile. Good idea. Сладкое молоко. Вот, Лена, учи своего мужа, чтобы так по-русски говорил. Man speak. No man, husband. Yeah. Знаешь, yeah. Что все мужья русских женщин говорят на русском. Ну что же я буду говорить, если мой муж не говорит по-русски? Что же я буду обманывать? Пожалуйста. He says... Yeah. Russian husband speak. You live in Warsaw. Миша, Иван и София, like myself. They eat you. They probably eat mine too as well. I have two kids. Валентина, а вы? Валентина, а вы на русском? I've been kind of learning the language. Yeah. Oh, fall down. Since we're five, so we... She play. She play. Прелесть собачонка. Ну вот здесь все, и наши, и не наши, все вместе. Сегодня все наши. Правильно, а что будет пропадать добро? Вот хлеб. Пожалуйста. Дай мне, пожалуйста. Here.
Ира, а помнишь, ты говорила, что будем вместе фотографироваться? Я говорила, давай, все уже половина. Да, пора, а то уже убежали половина. Сейчас и это половина. Кто у нас уехал? Да, уехали. Давай, можно и не надо, какая разница, все так, кому надо было, пофотографировали и все. А это, смотрите, я просто помню, ты говорила, да, все вместе. Я говорила, и я какая-то что-то думаю, да ну и ладно, кому это надо. Да. Ну, этот, вроде вот народ собирается, вот еще женщина пришла, ага, хочет детей привезти, у нее с России установленные приемные, Мороза, да? Да. Угу. Да, хочет приехать тоже это на Деда Мороза. На Рождество, да? Да. Дед Мороз тогда придется делать в гостинице. Ну, понятно. Потому что это Дед Мороз, да, у тебя большие. Это потому что на Дед Мороз, в чем смысл, так, чтобы они по-русски стишок или что-нибудь писали, выучили, что знаешь. Нет, ну я только выучить, если не выучить, не приезжайте. Только по-русски, никакого английского. Если выучите, можете приехать. Правда. Если хочешь, можете ничего хочешь делать. Ну, я своих как бы, знаешь, чтобы они у меня... Сначала у нас батюшка Владимир Дед Мороз был дома. Приходил к нам домой, а кто, у меня здесь никого не было, я его нарядила. Ну, правильно. Да, они с батюшкой приходили, а потом... Ива, что еще надо? Давай. Вот это вот бутерброды. И вот такая природа у нас здесь. Вокруг красотища. Собственно говоря, чего-чего, природы всегда в большом достатке здесь. Небольшой сюжет на видео. Где-то между 25-м и между 25-м и первым. Накушалась. Ну, не совсем, правда? Тут много мусора. Ну да, людей много, еды много, мусора много. Это тоже, да. Потому что это Игорь, он говорит на украинском, что Украина, он по-русски не очень, да, ему немножко, знаешь. Это кто такой? Кто у нас тут с Украины еще, кроме Лены? Нет, они что-то говорят, семейное мероприятие было. Ира, а кто еще с Украины, ты говоришь? Кто Игорь? Игорь, он не пришел. А, его нету сегодня, да. Мы так вообще не говорим. А мы говорим какашки. Да. Нет, ну штаты же не то, вы говорите не могут. Сора. Они. Where is it? Where's Missy?
сестричка, поэтому я его зову. А для меня сестричка. Она его зовет. Then, like, what do they have as well? Eeyore, 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 Eeyore. Every time I hear the name Igor, because Laura's other name is Igor, all I can think of is this, you know, hunchback of Notre Dame. Stop it! I happen to think, I'm not as dirty as you. I happen to think of, you know, like, богатырь, Игорь, нет, богатырей Игорь не было. Нет, князь. Князь Игорь, да. Мне вот этого Игорь, имя было лошади с этим. С этим. А с чем с этим? С как его? Копьем. С копьем. Вспомнили. Вспомнили.